Нашел такое место. Видно, арточки какие-то были. И там выкопал крышку. Не знаю, не определил еще. Ставлю видео. Здесь что-то рухнуло, осколок. Ну, рухнуло. А здесь вот шел и поверху. Не знаю. Похоже на манерку. Точно манерка. Да. Не думал, что еще есть где-то места такие, чтобы она просто лежала сверху. Вообще. А не помню, где вода, вот здесь это кажется. Вот. HRE-41. Так, не знаю, видно, нет. Жаль, примятая, но можно восстановить. Только здесь чиркнул чуть-чуть. Хороша манерочка. Ну, а вот тут видно, еще одна позиция была. И там дальше пошел. Пойду сегодня тут гулять. Потом пройду в овраг вниз. Может, посыпалось. Ну, в общем, пока день удался. Понятности, вот так выглядит. Тут один, ну, второй капонир. А здесь пошли траншеи. Вот они. И выходит еще один капонир. Ну, продолжим. Что даже видно еще где-то. Надписи. Угу. Хорошо, тушеночка. Здесь что-то на немецком. Наверное. Гайса. Ну ничего, интересно, траншея. Здесь вот какая-то россыпь. Странно. Не пулеметная, ленты нет. Может, винтовочная просто. Проверим. В общем, прокопал, просто был настрел. Ну, не настрел, а целенькие. Сыпалось, может, раскладывали, забивали. Ну, результат такой. Гуляем. Не думал, что сигнал какой-то толковый. А на самом деле вот такая. Жаль, железная, не алюминиевая. Но ничего, зато целая. Да, хороший сегодня день. Не ожидал вообще, только рядышком лежала. Но ничего, находочка. Отлично. Я у нас кого-то небольшой. Где он? Вот. Опа. А, не, не осколок. А, это я когда-то находил. Я уже знаю, что это. Это, ну, если я не ошибаюсь, чесалка для лошадей. А может быть, нет. Ну, похоже, я находил уже. Так, наверное, берешь. И чешешь. Ну, по крайней мере, очень похоже. Не знаю, оно нет, но очень похоже. Сигнал хороший, но не знаю. Thank you.
покушали. Ну, спускаемся в овраг. Поверху походил, там пусто больше. Тут что есть. Даже вот он сверху. Ого. Такой себе осколочек. Охренеть. Да есть. Ну, форма правильная. Не знаю, ребят, тут целая какофония, бля. Тут жесть. Да, долго здесь стояли. Это мусорка, наверное. Ничего, может быть, что интересное. Здесь еще один такой хороший. Еще одна такая крышечка. Не знаю, что. Ну, в общем-то. Еще одна такая лемешка. Спускаюсь в следующем месте. Опять, наверное, консерва. День консерв. Международный день тушенки. Лежит непонятно. Там же эти осколки спускаются, и тут опа,
Что это у нас тут такое? Популяр бренд Sardines in Oil. Вот так вот. Ну, прибыл, по-моему, это хорошенько. Даже оставлю. Редко когда попадаются такие с надписями. Сардинку видно. Popular. Не знаю. Бренд Sardines in Oil. Но по идее это на английском. Хотя не силен в немецком. 90 грамм. Сигнал. Веришь, каска. Что это каска? Это окунь. Ну, вряд ли. Но если каска, то М42. Сниму бушёшка. Так. Там наверху все эти ложки-вилки, консервы, щетки. А вниз спустился оттуда. Захожу в эти все. Вон вроде что есть. Но это не каска. Потому что вот край, еще один, вот край. Поймешь, а может просто расколото, потому что посмотрим сейчас. Каска-то каска, а то осколок. Жаль, очень жаль.